Всем добро пожаловать на канал, ребята. В общем, сегодня у нас вот такая вот погода. Работа не прекращается, да. И косить траву надо, ягоды сбирать. Вот, солнышко у нас прогревает очень хорошо. Также у нас вишенки уже собраны почти. Собственный дом требует внимания, ребята. Всем привет, ребята. Сегодня у нас четверг, сегодня у нас такая вот пицца домашняя. Кстати, с молочной, с молочных сарделек, да, с остатков. Вот, и вот такой вот крем-суп, крем-супчик у нас. Кстати, жара особо, если честно, и кушать неохота. Посуда у нас перемыта после еды. Вот, честно сказать, когда такая жара, то особо больше хочется салатиков, больше хочется, как говорится, питья. Вот. Умчик. А? Умка, где твое место? А? Умчик. Где твое место? Ай, песик. Ай, умчик. Ты умчик. Ты песик. Ай, собачка так. А? Умчик. Такий песик гарний, да? Умка. Іди сюди, песик. Умчик, песику такий. Ах, і песику, барбусику. Умка, де місце? Місце. Місце. Де місце? Отак от. Умка знає своє місце. Умка. Песик такий, барбусик, да? Скажи, умчик, я хоч і дворняга, але я все равно розумію. Вот, поэтому, ребята, многие там спрашивают: Дима, где ты пропадаешь? Я думаю, многие понимают, что у каждого есть заботы, да, у каждого есть какие-то дела, проблемы, работа, семья, вот, ну, естественно, и сейчас у нас время такое, что тяжелое настало, так как и у многих людей. Поэтому снимаем по мере возможности наши ролики. Да, умчик? Умчик, он прибалдел. На все, ребята, надо силы. Силы, время, финансы. Вот, то поэтому буду по мере возможности появляться в эфирах, да, экрана. Пишите вопросы, которые, возможно, вас интересуют. Будем стараться на них по мере возможности отвечать. Вот. Ну так, ребята, всем хорошего дня. Берегите свою семью, своих близких. Вот. И самое главное, подписываемся на канал, ставим лайкосики в поддержку канала. И самое главное, оставайтесь всегда людьми. Всем пока. Хорошего дня, мирного неба над головой.